Так, ребят, всем привет. Температура 32 градуса. Всем привет. Сегодня начало августа, и как всегда, подробнейший обзор цен на авторынке «Зеленый угол». Что продается, в каком состоянии, что сколько стоит. Что-то, наверное, мы боимся выходить с машины, потому что что-то на улице очень плохо. Очень жарко, ждали-ждали лето, и лето пришло. И... Ладно, сегодня такой вопрос. То есть поступает очень много звонков. Подскажите, помогите, стоит ли покупать автомобиль через аукционы, либо лучше приехать, выбрать автомобиль на зеленке. В любом случае, решать это вам. Мы просто вот скажем, да, с чем мы сталкивались. Да, бывают случаи, что на аукционике не отмечают какие-то моменты, а по факту оказывается машина, то есть имеет 4 балла аукционник, 4,5, открываем, а внутри много шпаклевки. Также бывают случаи, что не отмечают, что машина какие-то детали крашены, какие-то шпаклеванные, то есть в аукционике это нету, по факту все равно это вылазит. Ну и самое, что печальное, что, с чем можно столкнуться, на аукционах не проверяют ни ходовку, ни двигатель, ни батареи. То есть уже было тоже несколько случаев, когда машина с пробегом 70 тысяч, 4 балла ИСИС, у него стучал двигатель. Но я могу эти случаи называть бесконечно, потому что, ну, частенько с этим встречаешься. Поэтому вам решать, либо это аукционник, с аукциона машина, либо это машина, которую можно полностью проверить, пощупать, чтобы потом не было сюрпризов. В том числе проверить, какая она была с аукциона. Ну и еще минус. Если проверены компании, которые везут машины с аукциона, то это нормально. А бывает, нас частенько вызывают на машины, которые привозят фирмы, и они, ну, прям прямым текстом говорю, мурыжат людей, не показывают машину, не рассказывают про нее. Вот люди нас вызывают, чтобы мы проверяли машину, и много выходит разных сюрпризов. У нас последний случай был, не знаю, какая фирма, что за компания, что какие привозили, как называется, которая привозила машину. В общем, там семья, да, муж с женой, они уже такие в возрасте были, привезли себе Suzuki Jimny, там за какие-то баснословные деньги, за миллион. Там 980 тысяч он стоил. Да, 980 тысяч. Обещали то, что машина там вся целая, вся идеальная. Ну, в итоге оказался пробег скрученный, и заднее крыло, я не помню, левое или правое, было менено. Они это, мол, ссылались на то, что там стоят два креста, да, причем, знаете, как бы, ну, в прямом смысле, то есть показывают аукционик, там написано два креста, а они говорят, это, ребят, это нормально, это там царапинка, это да, нужно это полирнуть. Покраска в Японии, это, а по факту, что такое джинник, у него крыло занимает пол машины, прям швы, прям это было вырезано. Ну и человек был, конечно, в шоке, получив такую машину. Поэтому мы вас не отговариваем, решение остается за вами. Вот, ну а мы идем снимать цены. Ну и оставляйте свои комментарии внизу, как вы считаете правильно покупать автомобили. Через аукцион, либо на рынках, когда вы пришли, открыли, пощупали автомобиль. Honda N-Box Plus, серый цвет. ET-Box плюс 4WD, комплектация Custom G, турбо 64 лошадиные силы, комплектация максимальная, климат, подогрев, зеркал, две электродвери, короче, чего здесь только нету. Кстати, ключик, да, вот, боковые двери, электро открываются тоже с ключей. Сейчас проверим, вот кнопочку нажали, видите, дверка поехала. Стоимость, не сказал, стоит такой автомобиль 590 тысяч рублей. Фарики такие линзованные, туманочки, ледовские фары, повторители в зеркалах, на литье, на зимней резине, снизу идет обвес. Правая дверь тоже электро, то есть можно открыть как с брелка, можно просто потянуть за ручку, бесключевой доступ в автомобиль. Вид сзади спойлер, эти комплектация Custom. Оба. Тут он какой-то модный, сзади столик, видите, показана трансформация, что можно сделать. Но это мы сейчас делать не будем, это мы как-нибудь сделаем обзор на такой автомобиль. Была бы задняя дверь еще электро, цены бы не было такому автомобилю.
Привет. Дверная карта, здесь ткань, ну здесь пластик, основная масса, колонка, бардачок, аукционный лист, подстаканники, климат-контроль, мультимедиа-система, кожаный руль, полный мультируль. Сейчас сядем в него. Передние сиденья, как обратили внимание, да, уже идут диваном. Здесь у нас подлокотник с бардачком. Потолок, крыша в автомобиле очень высокая. То есть сам по себе автомобиль, он высокий. Неудобная посадка. Двери можно здесь открывать, эко-режим. Естественно, это автоматические зеркала. Кнопка старт. Даже заводится. Пробег указан 87 тысяч. Солнцезащитные козырьки. Место. Ну, смотрите, сколько места в автомобиле. Очень и очень много места. Зеркала смотрят на переднее левое колесо и на бочину. Ладно, глушим. Кстати, лепестки переключения передач. Круиз-контроль. Вот такой вот Honda N-Box Plus. 4WD, кастом, 590 тысяч рублей. Кстати, датчик при столкновении тоже есть. Вот есть еще такой же, только в красном исполнении, тоже 4WD, турбо, 64 лошадиные силы, 14 год, 585 тысяч. Низ красный, крыша черная. Далее Toyota Probox, белый цвет, 15 год, 1,5 литра, ее комплектация, задний дворник, CD-TV, 539 тысяч. Поистине можно сказать, народный автомобиль, недорогой, свежий год, Succeed, они, можно сказать, не отличаются ничем. Рядом Honda Fit Shuttle, гибридная версия, год сейчас посмотрим. Обвесы, колпаки, штатные, летняя резина, тоже бесключевой доступ, установлены ветровики, повторители, комплектация простая, есть кожаные вставки, машина закрыта, есть кожаный руль, есть комплектация с мультирулем, аукцион 3,5 балла, ЦЦ, пробег 122 тысячи, по кузову, в принципе, машина целая. Стоимость не вижу, вот здесь что-то было написано. Стоит автомобиль 770 тысяч рублей. Дальше Филдер, серый цвет, 16 год, 1,5 литра, 4WD, 4 балла, 780 тысяч рублей. На хорошем литье, на зимней резине, тоже идут повторители. Обвесов нету, есть комплектации с обвесами, сзади спойлер, метла. Рядом стоит голубой, уже гибридная версия автомобиля на штамповках, на практически новой летней резине. Сзади вот такая идет накладка модная, то есть здесь есть накладка, здесь накладки нету. 777, да, вы сказали? Гибридный. А, 725 тысяч. 14 год, 4 балла, G-салон, кнопка старт, стоп. Honda Fit Shuttle, 14 год, 4 балла, гибрид, зима. Сзади тоже метла, антенночка. Открыли нам его. 565. Багажник тоже, смотрите, такого неплохого объема. Задние сиденья складываются. Опа, видите, такой ровный пол получается, огромная кровать. Дверная карта пластик, здесь коричневый пластик,
Здесь черный пластик, здесь тканевая вставка. Сидушки сзади у нас поднимаются. Так, неудобно мне сделать. Вот так они фиксируются. Все делается очень просто. Здесь дверная карта, то же самое. Сидушка, естественно, ездит вперед-назад, спинка регулируется. Здесь вот верхний бардачок в таком в коричневом исполнении, остальная панель торпеда черного цвета. Дуйки, подстаканник, подстаканник идет с подсветкой. Вот, ну давайте присядем по месту. Место тоже здесь, в принципе нормально. Значит, варик, управление климат-контроля, на стеклышках мультимедиа-система, дуечка, одна дуечка на пассажира, другая дуечка на водителя. Руль идет обычно в обычном исполнении. Значит, напоминаю, Honda Fit Shuttle, гибрид, 4 балла, 14 год. Suzuki Solio 2015 год, 1.2, электродверь, 4 балла, цена, подарок 435 тысяч. Смотрите, сколько места внутри в салоне. Но здесь чисто, я сюда залазить не буду. Есть комплектация, где сидушка двигается. Кнопка старт, антибукс, корректор фар, электродверь. Здесь подстаканник такой незаметный спрятался. Здесь очень удобно проход, можно пройти. Но, в принципе, взрослому человеку это не нужно. Это если только детям, знаете, там поиграться. Здесь у нас тоже выдвижной подстаканник. Верхний бардачок, ниша. Снизу тоже есть ниша. Прикуриватель, включение печечки. Колпаки родные, летняя резина. Ну, такая, так себе, 50% наверное остаток. Вид сзади. Камера заднего вида установлена. Вот эта панель, знаете, она вот сделана как под стекло. Багажник. Запаски нету, идет ремкомплект. Насос, жидкость, домкрат. Сидушки у нас тоже складываются по отдельности спинки. Как я говорил уже, левая дверь у нас электро. Корзина, за продуктами ходить. Есть когда, ну, типа там гибридные версии, да, идут. Вот здесь устанавливается батарея небольшая. Год, 1.2, электродверь, 4 балла. Daihatsu Biggo, 2008 год, объем двигателя 1,5 литра, 4 ВД, аукцион 4 балла, 4Б, родной пробег 82 тысячи, камера заднего хода, крутой DVD, ТВ, MP3, Android, руль, мома, подсветка салона, заводская сигнализация, стоит автомобиль 745 тысяч рублей. Вот есть Daihatsu Biggo, есть Toyota Rush. А многие там пугаются, боятся, потому что вот это Daihatsu Biggo. Друзья, на самом деле не пугайтесь, это машины полностью одинаковые. То есть они не отличаются ничем. Только наверное, название. Это такой, как сказать, паркетничек небольшой. По большей части, я так думаю, это мое мнение, как бы, ну, то, что это женский автомобиль. Значит, летняя резина, литье. Резина у нас установлена здесь 215/65/16. И руль мома на климат-контроле. Toyota Prius Alpha 870 тысяч, 2013 год. Полноценный гибрид.
тоже очень, просто очень наипопулярнейший автомобиль. Стаканечки, бардачок, верхний бардачок. Ребят, кто не знает еще, что такое полноценный гибрид, это говорит о том, что батарея, когда заряжена, поршневая группа в автомобиле не работает, автомобиль едет на батарее. Ну, здесь уже натоптано, в принципе, я думаю, можно присесть. Руль обычный, Мафан, управление климат-контролем, подстаканник, ПВР, эко, ЕВ режим, подстаканничек, бардачок тоже такой глубокий. Место, вот знаете, порой сядешь в автомобиль, вот в такой, в полноценный, да, в семейный, и вот, ну, как-то мало места. Я не говорю, что мне здесь тесно сидеть, здесь нет, тесно, здесь места довольно-таки много, вот именно по крыше, да, вот в кейкар садишься, я не знаю, там прыгай, не прыгай, до крыши не дотянешься, а здесь как-то вот, да, что-то вот, не знаю я. Ух, ладно, выходим, идем смотреть следующие автомобили. Альфа, 13-й год. Пробег в районе, по-моему, 110 тысяч на данном автомобиле. Honda Fit, серый цвет, 14-й год, комплектация S. S — это максимальная комплектация. Фары, линзы, туманки, ходовые огни, литье. По бокам идут обвесы, резина установлена зимняя. Значит, литье здесь 185, 55 на 16, не литье, а колеса. 16-й диски. Повторители, ветровики, датчик предстолкновения, вески, это сидушки простроченные, плюс идет темный черный потолок в автомобиле. Сзади устанавливается спойлер. Компрессор, фото, компрессор, написано, что присутствует гибрид. Также бесключевой доступ в автомобиль. Кстати, полный мультируль. Машина закрыта. 14-й год, 1,5 литра, 750 тысяч рублей. Рядом стоит Note, автомобиль 2017 года, гибрид E-Power, пробег 18 тысяч, цена 680 тысяч. Родное литье, зимняя резина, повторители. Вы не удивляетесь, то, что на автомобилях стоит зимняя резина. Сзади спойлер такой массивный установлен. Toyota Aqua, темно-серый цвет, 15-й год, гибрид, 653 тысячи рублей. Рядом Honda Fit Shuttle, автомобиль 2015 года, гибрид, 915 тысяч, комплектация X. Виш, белый цвет, мотор 1.8, 4 ВД, 755 тысяч. Еще один шаттл 929Z. Z — это максимальная комплектация в автомобиле. Honda Везель, 4 ВД, 1,5 литра, 1 миллион 55 тысяч. Honda Freed Spike, гибрид, это самый, наверное, популярнейший минивэн. Родное литье, летняя резина, повторители, обвесы. Есть автомобили гибридные, есть автомобили 4 ВД, есть передний привод, автомобиль даже открытый. Открытый круиз-контроль, две электродвери, подогрев дворников, подстаканники, салон с кожаными вставками. Это, друзья, очень хорошая комплектация. Климат-контроль, есть автомобили без климат-контроля, просто на крутилочках. То есть в основном, почему-то, не знаю почему, берут именно спайки, потому что, ну, наверное, потому что у них сзади раскладывается ровный пол. Ладно, далее Toyota Aqua, черный цвет, литье, накладочки такие хромированные приделали, бесключевой доступ в автомобиль. 14-й год, 1,5 литра, тоже полноценный гибрид, камера заднего хода, пробег 57 тысяч. Стоит автомобиль 598 тысяч рублей. Далее Toyota Raktis, 14-й год, движка тоже 1,5, 4 ВД отключается, 4 ВД здесь идет с кнопки, 658 тысяч стоит автомобиль. Сонары, туманочки, фары линзованные.
закрытой. Honda Fit Shuttle, гибрид. Литье родное, хондовское. Лето, резина, по бокам идет обвес. Тринадцатый год, максимальная комплектация 648 тысяч. Не знаю, наверное, чтобы примерно понимали, да, вот как выглядит автомобиль по высоте, не по высоте. Вот стою я возле двери водителя. Вот, пожалуйста, смотрите. Вот давайте напротив, напротив спайка. Примерно вот так это все дело выглядит. Ладно, спайк у нас, так, это спайк, нет, это Фрид. Кстати, вот смотрите, вот Фрид, да, у него задние окна, там есть окно. А в спайке, не знаю, видно вам отсюда, нету, там окошко, оно закрыто, оно глухое. Значит, Фрид, 12 год, 4 ВД, 688 тысяч. Спейд, 14 год, 1,5 литра. 558 тысяч. Боковая дверь здесь одна именно с левой стороны. Она идет раздвижная. Тоже неплохой автомобиль для семьи с детьми. Ну, не то, что для семьи с детьми, да, допустим, для жены с ребенком, либо с двумя детьми. Просто замечательный автомобиль. Еще один Фрид. Фриды есть 6-местные, есть 7-местные, есть 5-местные. Но во Фридах ровный пол, он не делается. Щенята там у нас греются. Не то, что греются, а наоборот спрятались. У нас опять жара, плюс 32. Значит, 12 год, полторашка, 2 электродвери, камера, 7 мест, 628 тысяч. Филдер G-Salon, 1,5 литра, 14 год, гибридная версия. Цвет такой какой-то, знаете, небесно-голубой. 700, 708 тысяч. Ручки хром, без литья. Резина лето, сзади установлен спойлер. Вот Spade, вот Toyota Porte. 16 год, 1,5 литра, электродвери, климат, контроль, TV, Navi, пробег 27 тысяч, 578 тысяч машина стоит. Еще один Fit, 14 год, 4 ВД, 588 тысяч. Так, вот эту акку я, по-моему, вам показывал, нам ее открыли. Напоминаю, 15 год, гибрид, 653 тысячи. Уши такие модные, с хромированными накладками, повторители. Вот это, я так понимаю, здесь уже сделали, но зато виду как бы придает автомобилю. Давайте посмотрим, что у нее по салону. Так. Осторожненько откроем. Дверная карта, пластик, здесь такие синие вставочки, центральный замок, сидушка вверх, вниз, вперед, назад, спинка регулируется, туманочки устанавливали здесь, регулировка зеркал, дучки такие, смотрите, как под вентилятор сделаны, раз, закрылись, раз, открылись. Руль у нас идет простой, салончик чистенький, ухоженный, здесь подстаканник, здесь какая-то ниша, что-то можно положить, ручник на месте, эко, ЕВ, отключение антибукса. Подстаканники, здесь тоже такая полочка, что-то можно положить. Центральная панель управления климат-контролем. А, по месту. Так, место в автомобиле в Акве много. Вы знаете, вот сейчас садился в Prius Alpha, да, как-то вот, даже не знаю, такое ощущение, что в Акве крыша как-то повыше идет. Ладно, что у нас здесь есть? Аукционника нету, сейчас попытаемся поискать. Так, вот нашли аукционник, говорят, 100% аукционный лист, 100% пробивается. Значит, аукцион USS, 4 балла, 4B, пробег 112 тысяч, по кузову машина целая. Напоминаю, допустим, покраска, это W1, W2, W3. Если замена деталей, стоит 2X. Если деталь требует замены, стоит X. Здесь вот эти вот коцочки, там A1, A1, A2. Ну, в принципе, этого мы ничего такого не увидим. Кстати, цена, в принципе,
нормально за 4 балла за автомобиль 2015 года в комплектации 653 тысячи. Видите, здесь даже наклеечки, то есть японец в машине не курил, запрещал курить. Короче, курить в машине нельзя. Да и вы знаете, пепельниц уже в машине нету. Задняя часть автомобиля тоже все блестит, все сверкает. Автомобиль чистый, ухоженный. Тоже идет накладка. Вот это вот, казалось бы, мелочь, да, какие-то вот накладочки стоят, но поверьте, внешнему виду, то есть они добавляют вид автомобиля. По бокам тоже идут хромированные накладки, то есть с ними автомобиль смотрится намного симпатичнее, чем без них. Давайте багажник покажу. Багажник тоже, наверное, в принципе, как у Фита. Задние сиденья тоже у нас складываются. К сожалению, ровного пола нету, но багажник все равно у нас увеличивается. Все очень просто делается одной рукой. Акулий плавник. Напоминаю, 15 год, 653 тысячи. Toyota Passo, 16 год, это уже новый кузов, климат-контроль, есть без климата, кнопка старт. Кстати, ценник 505 тысяч рублей. Туманки, колпаки, летняя резина, бесключевой доступ. По-моему, новых пасиков мы вам еще не показывали. То есть изменился, совершенно изменился салон. Конечно, она узнается, да, и салон узнается, и автомобиль узнается, но тот, кто не знает, тот и не узнает, что это Passo. Мультируль, климат-контроль, смотрите, как изменился. Да и, в принципе, вот центральная панель, она тоже изменилась. Места в автомобиле стало, по мне так, стало больше места, намного больше. Здесь у нас идет бардачок такой, кнопка старт, подстаканники спрятали. Смотрите, сколько сзади места, ребят. Реально стало намного больше места. И салончик стал, не только салончик, и внешний вид стал намного приятнее какой-то, вот знаете. Багажник тоже увеличился. Двигатель стоит литровый. Идеальный вариант для девушки, идеальный. Задняя дверь пластмассовая. Ну, соответственно, также есть Passo, есть Daihatsu, Daihatsu Bun. Honda, Honda Freed Spike. Вот, даже не знаю, как назвать. Здрасте. Не знаю, как назвать такой цвет. Ну, давай. В ПТС-ке написано зеленый. Гибрид, родное литье, летняя резина, туманки. Здесь тоже, знаете, вот как под стекло сделано. Под стекло сделано. Повторители, бесключевой доступ в автомобиль. Стоит машина в районе 700 тысяч. Я так и не понял, или 690, или 705, что-то такое. Здесь такая вставочка, вы знаете, тканевая идет. Комплектация у нас идет с кожаными вставками, идет полный мультируль, нет, вру, не полный мультируль, идет круиз-контроль. Здесь боковые двери электро, две двери, отключение антибукса, подогрев дворников, подстаканник. Дальше здесь установлена какая-то японская мультимедиа-система Corsair. Японец вывел пульт, вывел на руль себе, короче говоря, сделал себе мультируль. Автомобиль очень комфортабельный, прям очень и еще раз очень, мне он очень нравится. Здесь, ну, опять же, вот эта байда сама, ну как самопальная, японец сделал вот этот подлокотник, идет у нас родной. Климат-контроль. Что тут еще есть у нас? Все стандартно. Дальше давайте покажу сзади, сколько места. Вот место сзади. Сидушки, как я говорил, складываются в ровный пол. Получается тоже огромная кровать. Раскладывается все очень просто. Удобная ручка для посадки в автомобиль и для выхода из автомобиля. Ну, что сказать. Комфортабельный, замечательный автомобиль. Вид сзади, багажное отделение. Здесь у нас это дело все перемещается, складывается, раскладывается. Трансформация салона. Удобный такой, знаете, практичный автомобиль. Бардачочек, что-то можно положить. Подсветочка, она регулируется в разные стороны. Колонка вмонтирована. У меня в городе можно сделать.
Цена вроде все-таки 695. Кстати, пробег на данном автомобиле 120 тысяч. Это нормальный, адекватный пробег для японского автомобиля для такого года. То есть там не 220, не 320, а всего 120 тысяч. Honda Fit, 14 год, на климате, на тюнинге, с родным аукционным листом, 4,5 балла, пробегом 32 тысячи. Литье, зимняя резина, здесь смотрите, вот вставки такие идут по переднему бамперу, синенькие туманочки, фары, линзы. Вставочка тоже хромированная идет. Машина белая, уши заднего вида, зеркала черные, тоже с вставками, здесь идут повторители. По бокам идут обвесы. Бесключевой доступ, спойлер тоже модный сзади установлен. Глушитель модный, прямоток. Вставки на породу, видишь? Да, вижу, вставочки вот родные, хондовские, Honda Fit написано. А здесь установлены чехлы, родные ковры. Салон чистый, ухоженный. Фирменный руль, то есть вот это тут никто вот это ничего не делал, не мудрил. В таком состоянии автомобиль пришел с Японии. Ручник тоже, видите, такой вот прошитый, ручка переключения передач прошита. Шумоизоляция дополнительная. Да, вижу, дополнительная шумоизоляция, все это с Японии. И колонки, смотрите, вот идет колонка и вставка идет такая вот хромированная. Подсветка голубая, собственно. По низу, да? Ну и подсветочки. А вот я вижу, ну как бы сейчас светло, да? Светло, вам, наверное, на камеру видно не будет, но вот она отсвечивает, блики отдают. Здесь вот такие дополнительные подстаканники сделали, все у нас идет на климат-контроле. Даже датчик какой-то при вентиле с Японии пришел. Амортизаторы новые, спортивные снял, а новые поставил. То есть они пришли в комплекте, они даже не ходили. То есть он когда купил фита, сразу спортивные лупил у них и они сюда не садили. Все, я понял. Подвеска замечательно. Новая. Ладно, 14 год, 697 тысяч рублей, подвеска вся поменена, со спортивной на обычную, подвеска стоит новая. Пробег 32 тысячи, аукцион 4,5 балла. Nissan Note, синий цвет, двигатель не турбо, не дик, 4 балла. 4 балла, пробег 43 тысячи. Сколько она стоит, я все забываю. 475. 475 тысяч. Ну, идет уже рестайл. Бесключевой доступ, темный салон, без климат-контроля. Ну, извините, как бы за такую стоимость, да? За такую стоимость. Короче говоря, цена подарок. И цвет тоже такой клевый. Рядом стоит Nissan Juke. На литье, летняя резина, тоже бесключевой доступ в автомобиль. У него какие-то вот нарисовали ему, не знаю, что это такое. Ну, Жук, это мое мнение, такое истинное, да, женский автомобиль. Почему-то есть автомобили 4 ВД, есть автомобили передний привод. Цена жука у нас, цена, какая у нас цена жука? 775 тысяч, 15 год, Honda N-Wagon, 14 год, цена 445 тысяч, тоже кейкары пошли, магнитофон, климат-контроль, кожаные вставочки. Subaru, это получается у нас Stella, 15 год, 335 тысяч. Toyota Tank, тоже один из популярнейших автомобилей, но их очень мало, цена, к сожалению, здесь не указана. Toyota Corolla Fielder, 13 год, 1,5 литра, климат-контроль, аукционе, хорошее состояние, 4 ВД, 685 тысяч. Nissan Days, 16 год, 16 год, 375 тысяч. Highway Star комплектация, NVGN, кастом, родное литье, обвес, хром ручки,
полный мультируль, климат-контроль, турбо. Цена, к сожалению, не указана. Toyota Prius Alpha, это уже рестайл. Цена как бы тоже нормальная. 16 год, 1.8 гибрид, 1 129 тысяч рублей. Сейчас я сзади покажу автомобиль. Полноценный гибрид. Honda Accord, тоже гибрид, 14 год, 1 279 тысяч. Седан. Рядом стоит Crown Royal Salon, тоже гибридная версия, черный цвет, шикарный черный цвет. Мультируль 16 год, 1 739 тысяч. Mark X, 14 год, 4WD, мотор 2.5, 1 298. Toyota Auris, такой, знаете, оранжевый цвет, RS. Машин таких очень мало, но машина очень хорошая, комфортабельная. 930 тысяч рублей, автомобиль стоит на дроме. 14 год, 1.8, коробка, 6 ступеней комплектации RS, без пробега по РФ, естественно, без пробега по РФ. Пробег по Японии 18 тысяч. Диски стоят у нас. Так, не вижу, насколько. 17 колеса, размер резины 225-45 на 17. Бесключевой доступ в автомобиль. Обратите внимание, в каком состоянии салон. Родной аукционный лист, 4,5 балла, ББ, пробег 18 тысяч. Кузов целый, бардачок. Видите, он на коробочке идет, шестиступенчатая. Климат-контроль, мультимедиа-система, подстаканники, ручник, сидушки прошиты вот здесь красной ниткой. И вот такие вставки идут тоже красненькие. Да не надо, я так. Чтобы примерно понимаете, да, сколько места в автомобиле. Сзади тоже идет накладка фирменная Auris. И бампер идет, во-первых, хромированная вставка и черная вставка идет. Тоже автомобиль шикарно смотрится на дороге. Багажник, сзади идет полка. Ну, багажник побольше, чем в Фите, чем в этом ВАКе. Еще и РС. Он еще на коробке. Да. Японцы почему-то стали, вот, знаете, мало автомобилей делать на коробке. В основном идет автомат, вариатор, робот. Кожаный руль идет, пробег, видите, даже здесь 18 тысяч. Колонки, пищалки, здесь даже пленка с завода еще осталась. Ладно, напоминаю, автомобиль 2014 год, мотор 1.8, комплектация RS. Шуки Джимми, мини-джипик, кстати, на данном автомобиле, на мини-джипике мы в ближайшее время сделаем обзор. Салон кожи, ксенон, подогрев, есть все, туманки, раздаточка, 445 тысяч. Колеса. Так, короче говоря, жара дает о себе знать. Резина 175-80/16, соответственно, диски 16. Кожаный салон, раздатка, автомат. Есть стериосы, есть Pajero Mini, есть вот эти вот джимики. Очень много таких автомобилей, разнообразие идет. Тоже, ну и цена, в принципе, там 400, 450, 500 тысяч. Вот вид стоит, новенький, цена, к сожалению, не указана. Вот тут же Pajero стоит, мини, двигатель 0.7, кстати, на том 0.7, но есть 1.3, но 1.3 они идут дорогие. Цена тоже не написана, но я думаю, в районе 400 тысяч такой автомобиль стоит. Он даже открытый даже. Вот примерно, да, чтобы по высоте понимали, насколько он высокий. 720, да? 820, да.
Вот еще один Auris, уже красный цвет. Он на автомате, без литья, фары, линзы, туманки, летняя резина, 14 год, 1,5 литра, 4 ВД, 805 тысяч рублей он стоит. Рядом стоит Voxy, полноразменный минивэн, полноразменный, я говорю, жара себе дает знать, короче, вы поняли меня, здоровый автобус, 14 год, 1,8 миллион, 350 моделиста, еще один, кстати, гибрид, миллион 200, синий цвет, 14 год. Honda Vezel, 14 год, аукцион 4,5 балла, гибрид, 4 ВД, 1 миллион 240 тысяч. Toyota Probox, новый свежий кузов, 15 год, 1,5 литра, суперсалон, 4 ВД, 690 тысяч. Вспоминаю, есть пробоксы, есть оксида. Грузоподъемность 400 кг. Есть двухкнопочный салон, есть где все четыре стеклоподъемника электрические, где есть где на веслах, есть где только водительский электрический стеклоподъемник. Honda Fit, такой, знаете, оливковый цвет, цена 665 тысяч. Ребят, блин, что-то с фитами, если честно, все как-то проблематично. Поиск идет фита, уже неделю ищем. И вот не можем найти нормального такого. Как бы я не говорю, что они все плохие, да, просто, ну, хочется человеку найти прям достойный автомобиль с минимальным пробегом, комплектация L-ка не ниже, вот, ну, естественно, в достойном состоянии по кузову. Вот эту машину еще не смотрели, сейчас ее будем проверять. Nissan X-Trail, такой красивый цвет, знаете, какой-то вот синий, наверное, металлик, да, я, может, могу ошибаться, не знаю. Рестайл, туманочки, сонары, зимняя резина, литье, хром, ручки. Кожаный столон, он, знаете, не кожаный, дермантиновый идет. 67. Стоит автомобиль. 13 год, 915 тысяч. Друзья, ну цены вам показали. Сейчас забираем вот такой замечательный автомобиль. Выйдем со стоянки, я немного про него расскажу. Друзья, смотрите. Такой маленький автомобильчик, такое маленькое чудо. А смотрите, как я еду в развалочку. Вообще шикарно. Двигатель 0,7, 52 лошадиные силы. Ну, как бы, знаете, как бы едет. Нету здесь у нас аэродромного поля разгоняться. Итак, это Suzuki Wagon R, автомобиль 2014 года. Лот указан, лот пробивается, оценка 4 балла. Автомобиль абсолютно целый, стоит данный автомобиль 300 тысяч рублей. У нас не было автоподбора, нам просто скинули ссылочку. Мы поехали, посмотрели, проверили данный автомобиль. K-Car, в салоне тоже очень-очень много места. Мы все как-то, вот, знаете, не соберемся, хотим сделать обзорчик такой, тест-драйв какого-нибудь K-Car. Реально, многие просят посадить туда четырех здоровых мужиков и посмотреть, как он едет по прямой, как он едет с горы и так далее. Тоже раскладывается в ровный пол спереди. Видели, места много. Сзади сейчас мало, потому что задняя сидушка отодвинута у нас вперед были до конца. Сейчас я их двигаю вперед. Смотрите, сколько места сзади. Места сзади тоже много, мне хватает. Сидишь высоко. Дверная карта пластик, небольшая тканевая вставка. Ничего такого больше интересного здесь нету. Шершни какие-то летают. Так, надо, короче, прятаться. Передние сиденья идут у нас диваном. 52 лошадиные силы. Вот он, родной аукционный лист. 4 балла. По кузову автомобиль целый. Здесь у нас идет бардачок. Нижний бардачок. Ну, не бардачок, он не закрывается. Ниша. Снизу тоже есть бардачок. Очень много бардачков. Сидушка у нас вот так откидывается. Здесь вот эта корзина. Ну, версия якобы гибридная. Да, насколько она гибридная, я не знаю. То есть литий-ионная батарея здесь какая-то стоит. Вот эта вот смешная маленькая. Я так понимаю, она работает
она работает у нас, ну, как бы на музыку. На музыку, может быть, где-то на освещение, и в принципе все. То есть автомобиль на гибриде, он не едет. Так, сейчас я сяду поудобнее немного. Климат-контроль у нас выставлено на максимум, кондиционер работает. 31 градус показывает на улице. Едем в транспортную компанию. Автомобиль полностью проверен, он полностью соответствует аукционному листу. Вопросов нету, по салону вопросов тоже нету. По подвесочке вопросов нету. Для нашего подписчика мы смотрели два автомобиля. Вот это был первый. Второй он нам скидывал посмотреть. Стоил он, ну, примерно так же. Но там, блин, ребят, там живого места на машине не было. То есть реально был уделан. И вот так вот, то есть автоподбор не заказывал. Два автомобиля посмотрел, можно сказать, с первого раза нашел себе замечательный автомобиль. Кстати, за небольшие деньги, всего лишь 300 тысяч рублей. Говорили с продавцом, автомобиль почему-то завис, продавался он долго, стоил он 325 тысяч рублей. Знаете, вот бывают такие ситуации, реально приходишь смотреть машину, машина стоит уже так, дядя, дай проеду. Ага. Приходишь смотреть автомобиль, а машина стоит долго, то есть она может 3 месяца стоять, может 4, может, я не знаю, может там полгода машина простояла, может, короче, долго стоит. Начинаешь машину смотреть, а, и кстати, и стоит она дешево. Начинаешь автомобиль смотреть, а он, ну, он реально клевый, он, можно сказать, идеальный. А, короче говоря, хорошие автомобили почему-то стоят долго, продаются долго, а вот не очень хорошие покупаются как-то быстро. Дорогу здесь немножко у нас подсыпали до транспортной компании, как бы не все, да, но подсыпали. Едем. Спидометр у нас обычный, на 140, обороты до 9000. Стрелка бензобака у нас механическая. Здесь идет корректор фар, отключение системы iStop. Машина заводится с ключа. С ключа здесь у нас идет подсветочка, солнцезащитные козырьки, зеркалом. Кстати, ветровики на автомобиле установлены, дворники, омывающая жидкость в дворниках есть. Обзорность великолепная, сидеть мне очень удобно. Климат-контроль, кондиционер работает отлично, спасает. По подвеске, еще раз повторяюсь, вопросов здесь нету. Ну, единственное, по комфортности, да, ну, давайте не будем там сравнивать. С полноразменными, Петя, заплетаясь, автомобилями, да, вот как бы по грунтовочке едешь, тебя немножко вот, ну, не знаю, если на меня посмотреть, вот немного меня как бы потряхивает, да. Но это, ребят, K-Car. Подъезжаем к транспортной компании. Приходили автовозы, автомобили грузятся. Сейчас посмотрим, что у нас грузится. Спада грузится, Honda Step Wagon. Виш грузится, вот пустой стоит, вон там Форик стоит, распил. Короче говоря, автомобили потихонечку грузятся. Уезжают. Злая собака. Но она реально точно злая. Сейчас я вам ее покажу. Она, наверное, не выйдет, она спряталась от жары. Вон она в будке сидит. Ладно, автомобиль пригнали в транспортную компанию. На сегодня все. Кому понравилось видео, не забываем подписаться.